Смотровая площадка с роскошным видом на реку открылась в конце этого года в селе Матигоры Холмогорского района. Появилась она благодаря совместной работе здешнего ТОСа и местного ресурсного центра «Вектор». А началось все с того, что несколько лет назад одна молодая мама взгрустнула от того, что ей абсолютно негде было погулять с коляской и насладиться природой. Пейзажи здесь такие, что впоры кисть с красками в руки брать, а вот с инфраструктурой не очень. В голове завертелись мысли. Был сначала интерес. Был интерес просто смотреть, а что мы можем сделать для своего села. Когда проходила мимо детских площадок, хотелось, да, какого-то разнообразия. Когда видела пример в других городах или селах, тоже хотела что-то привнести, добавить. Но я не знала, как это сделать. Тут, по счастливой случайности, девушка наткнулась на новость Архангельского центра социальных технологий «Гарант» о семинаре с говорящим названием «Малым территориям. Большое будущее». Записалась из любопытства и понеслось. В 2019 году Ксения вместе с мужем и командой единомышленников организовали в Матигорах форум, куда пригласили всех инициативных жителей. Эта встреча и положила начало создания некоммерческой организации местного ресурсного центра «Вектор». Мы собирали жителей села и хотели поговорить вообще, а что, что ждет нас. Наше село Матигорское, да, ближайшее будущее. И именно когда я собирала людей на этот семинар, я познакомилась поближе именно с теми людьми, которые сейчас работают со мной. Энтузиасты сошлись во мнении, что в селе не хватает общественного пространства. Идеальным местом для его создания был здешний угор. Правда, он давно зарос травой и превратился в стихийную свалку. Но вектор уже был задан, а потому общими силами разработали проект, который так и назвали «Угор Матигор». Убирать мусор, косить траву, колотить доски сюда приходили целыми семьями. Трудились с мая по август. Результат поразил всех. Когда мы устраивали чаепитие с самоварами на природе, да, и когда любовались рекой, церквями, потому что с этого угора мы можем лицезреть три наши церкви. Это Холмогорская, Ломоносовская и наша Матигорская. Вот. И поэтому сейчас вот угор Матигор стал таким центром притяжения всех жителей. Это полезно не только для себя, это полезно для других. Конечно, я горжусь за это. Я прихожу и горжусь, что да, это сделано моими руками и руками вот тех людей, которые вот к нам тоже подтягивались и которые помогали нам. Это приятно. Это сделали мы с какой-то просто Божьей помощью. Первый такой масштабный проект стал заразительным для всех жителей Матигор. Он вдохновил людей на новые идеи и новые проекты. Так супруг Ксении Виталий открыл студию игры на гитаре прямо на базе ресурсного центра и теперь обучает детей и взрослых. А Ксения вместе с напарницей Галиной написали проект женского клуба «Красота и здоровье». Так что совсем скоро для прекрасной половины жителей Матигор будут организованы специальные мероприятия, где они смогут бесплатно поучаствовать в мастер-классах по массажу, макияжу, созданию причесок, а также посетить фитнес-занятия. Уже сегодня полным ходом идет ремонт помещений будущего центра.